Багаторівневий на кілька сотень автомобілів. Таким буде сучасний паркінг, що місто зводить у саду Шевченка. За концепцією та завданням, що поставив перед собою муніципалітет, паркінг повинен суттєво розвантажити центральні вулиці Харкова від приватного транспорту. Наразі зведення об'єкту, повідомили будівельники, вже на завершальному етапі. Всі сіті, які тільки можна придумати, були на цій площадці. Все это дело вынесли, подготовили площадку и построили объект. Объект, ну, в силу того, что в нашем городе не принято строить заурядные объекты, то есть он имеет не только функциональное назначение свое, но и определенный внешний вид, который, я надеюсь, будет украшать город. То есть он находится на границе новой дороги пробивки и сада Шевченка, то есть мы максимально его вписали в архитектуру и в ландшафт природный, то есть поэтому думаю, что этот объект будет и очень полезен и удобен для харьковчан, особенно тех, которые приедут отдыхать в сад Шевченка, в зоопарк новый, который сейчас тоже реконструируется и будет, я думаю, лучшим не только в нашей стране, но и, может быть, во всем постсоветском пространстве. Окрім об'єктів для транспортної інфраструктури, у Харкові великими темпами продовжують будувати і житловий фонд. Зведення багатоквартирних будинків наразі ведеться по всьому місту – від класу люкс до соціального житла. Муніципалітет першої столиці регулярно розширює міські програми доступного житла. Цього року Харків надає стільки ж грошей для харків'ян, скільки держава на всю Україну. Доступне жилье. В бюджете этого года было заложено в объеме 100 миллионов гривен. Вроде бы сумасшедшая цифра. Но это всего лишь там 200-300 семей на всю страну на выход. И опять же в преддверии или вот при пересмотре бюджета в связи с коронавирусом государство вычеркнуло опять строчку доступного жилья, как когда-то во время начала войны. В это время в Харькове работают городские программы. Вот в 2015 году как возродили, и год от года все больше и больше денег. В бюджете этого года, в харьковском городском бюджете, 100 миллионов. Леся Копелюк та Сергій Перець, Харківські Звістя.